Приветствую, друзья! С вами Артем Деев и компания Amarkets. Огромная благодарность за фидбэк, который мы получаем к нашему видео. Очевидно, что контент, который готовится для рубрики «Пульс рынка» на нашем канале на YouTube, пришелся вам по душе. Я решил не останавливаться на достигнутом и в охоте за вашими лайками. Сегодня вашему вниманию хочу представить еще одно видео, которое посвящено мифам об инвестировании. Честно говоря, в процессе подготовки к этой теме я не ожидал, что этих самых мифов окажется так много. Обо всех, на мой взгляд, говорить сейчас совершенно не нужно, потому что я уважаю ваше время, но в то же время я выбрал 5 самых популярных и решил взять на себя роль человека, который попробует их развеять. Итак, первый миф. Он заключается в том, что инвестиции не способны приносить доход на постоянной основе. Друзья, это ерунда. Полнейшие инвестиции в ценные бумаги крупнейших корпораций с мировым именем, да еще и специализирующихся на различных отраслях, еще как позволяют приносить доход на постоянной основе. Ну и как минимум, разумеется, такие инвестиции минимизируют риски за счет диверсификации. Более того, я могу сказать то, что доход на постоянной основе могут приносить не только крупные корпорации, но и менее известные компании, которые пока еще не успели достичь больших результатов и стать мировыми брендами. Другой вопрос заключается в том, что такие компании нужно искать. Ну а что вы хотели, друзья? Я думаю, что это ни для кого не новость, не откровение. Конечно же, в поиске бумаг, так же, как и во всем стоящем, нужно попыхтеть. И вполне возможно, что перед вами окажется будущий, пока еще никому неизвестный Apple. Очень люблю приводить пример с динамикой яблочного гиганта, потому что она прекрасно иллюстрирует сам факт того, что на этой бумаге можно зарабатывать на постоянной основе. 1 января 2011 года, за 2009 года, давайте начнем все-таки с более ранних периодов, за одну бумагу Apple давали $7. Спустя год, в 2010 году уже $13, в 2011 году 25, в 2012 году уже $50. То есть улавливайте закономерность. Фактически каждый год доходности на 100%. На этом, собственно, акции не остановились в плане роста. Уже в 2015 году вышли на показатель в $100. А вот сегодня мы фактически свидетели того, что Apple котируется на отметке $300 за штуку. Конечно же, вау, друзья, это серьезный буст, серьезное ускорение и колоссальный просто результат. Математика проста. Если бы вы вложили $1000 в акции Apple в 2009 году, то смогли бы купить тогда 143 акции на эту самую 1000. И сейчас бы, если бы вы продали эти 143 акции, барабанная дробь, друзья, вы бы выручили $40 000. Другой пример. Nvidia в 2008 году или даже в 2009 уже там особо сильно ситуация не изменилась. За одну бумагу давали $10. Сегодня цена Nvidia $211. То есть доходность 2000% годовых. Amazon в 2008 году $70. Сегодня 1745. Доходность 2400%. Ладно Apple, ладно Nvidia. Это все-таки технологии. Но что вы скажете про пиццерию Domino's, которая в начале нулевых стоила $5, а буквально год назад они достигли своего пика в $300. Как вам, друзья, доходность за все это время в 6000% за вот этот промежуток времени? Если, опять же, мы будем дробить, переводить в годовую, то получится примерно 350% годовых на пиццерии. И после этого кто-то скажет мне то, что на инвестициях нельзя получать стабильный доход. Если вы готовы, друзья, играть в долгую на несколько лет, и инвестиции при грамотном выборе компании, в которую вы будете вкладываться, непременно будут приносить хороший стабильный доход. Миф номер два. Чтобы стать инвестором, нужно иметь образование. Экономическое тоже ерунда полная. Инвесторам могут стать люди и с образованием, и без. Я просто полагаю то, что те, у кого есть какое-то образование, например, тоже экономическое, у них априори, возможно, больше шансов обладать каким-то стартовым капиталом. Для того, чтобы быть инвестором, друзья, нужно только лишь понимание того, что деньги должны работать. Деньги должны делать деньги. Они не должны лежать мертвым грузом. Если вы это понимаете, вы потенциальный инвестор. Если вам не нравится слово «потенциальный», все, скажем так, вы инвестор. У вас есть уже сегодня возможность использовать все преимущества финансовых рынков и попробовать обратить внимание на тот актив, который сможет принести вам хороший
доход. Если вас это интересует, прямо сегодня обратитесь к вашему персональному менеджеру OneMarkets. Если его еще нет, тогда откройте счет, и у вас будет свой персональный менеджер. Он расскажет вам о тех возможностях, которые есть на рынке прямо сейчас. Миф номер три. Чтобы инвестировать, нужно иметь много денег. В этом случае тоже хочу сказать то, что этот миф стоит разрушить. Это абсолютно не так. Большинство успешных, реально очень богатых людей, которые сегодня, скажем, связаны с большими капиталами, они когда-то начинали свою деятельность на финансовых рынках с очень малого. И лишь со временем мало-помалу, увеличивая свой капитал, последовательно и достигли тех высот, тех колоссальных сумм, которыми сегодня обладают. Ребята, я не буду сейчас приводить конкретные примеры, кто с чего когда-то начинал. Если вас это интересует, загуглите. Лучше просто поверьте, что это так. Всегда начинают с малого. Даже если у вас есть $1000, эта сумма вполне годится на то, чтобы считаться стартовым капиталом. Этих денег явно недостаточно, чтобы открыть какой-то бизнес. Ну вот попробовать проложить себе путь в мире финансов на валютном рынке, на фондовом – это достаточная сумма. Главное, не позволяйте этим деньгам просто так лежать, накручивая даже какой-то минимальный процент по банковскому вкладу. Заставьте эти деньги работать уже сегодня. И инвестируйте, друзья. Следующий миф, который уже четвертый по счету. Инвестиция – это немалый риск. Я думаю, что тоже довольно популярный миф. Он возникает в первую очередь из-за приравнивания инвестирование того инвестирования, о котором я говорю, к спекулированию. То есть тогда, когда покупается чего-то очень дешевое для того, чтобы в последующем перепродать и выручить за счет разницы прибыль. Здесь, конечно же, друзья, есть риск того, что что-то очень дешевое до того, как вы сможете быстро его продать, станет еще дешевле, и тогда вы столкнетесь с прямым убытком. Но если под сутью инвестирования подразумевать вложение в определенный актив на долгосрок, то такие сделки не будут сопровождаться высоким риском. Признаю, что доходность от такого рода инвестирования, долгосрочного инвестирования, она, конечно же, куда меньше, чем от спекулятивного. Но и риски, друзья, тоже в связи с этим ниже. Там, где спекулянт на короткой дистанции может потерять из-за колебания рынка, инвестор на длинной дистанции все же выиграет за счет того, что его идея, в конце концов, с максимальной вероятностью будет отработана. Друзья, каждый день на нашем канале на YouTube OneMarkets я рассказываю о всех самых интересных активах, на которых можно заработать прямо сейчас, в ближайшее время и уж тем более на долгосрок. Эта рубрика называется «Брифинги вместе со мной». Пользуюсь, конечно же, случаем. Приглашаю всех на очередной брифинг, принять участие, посмотреть, ознакомиться с материалом. В общем, не поленитесь, зайдите на специальную рубрику канала, на котором вы, скорее всего, уже находитесь. Подпишитесь, безусловно, если вы этого еще не сделали. Послушайте, обратите внимание. Ну и, конечно же, возвращаясь к моим прежним посылам, используйте те возможности, которые на рынках есть. Миф номер пять. Самая лучшая и надежная инвестиция – это недвижимость. Совершенно с этим не согласен. Когда экономика сталкивается с определенными экономическими трудностями, довольно частое явление, хуже всего приходится владельцам недвижимости. Скажем так, что продать квартиру в такие периоды времени за устраивающие деньги почти невозможно. Сдача также сопряжена с определенного рода проблемами. Замечу, что квартира сама по себе не имеет особого смысла. Ну, ее можно сдать, но, как вы понимаете, это немножко не вяжется с сутью того, что мы сейчас разбираем. Это вообще к инвестированию особо никак не относится. Когда вы покупаете квартиру, вы меняете на нее реальные деньги. И как бы вас ни горела, друзья, мысль о том, что через какое-то время вы сможете ее продать и выручить больше денег, до тех пор, пока этого не произошло, это всего лишь заблуждение и плод, скажем, воображения. Потому что, как правило, в тот момент, когда возникает необходимость продать недвижимость со всеми сопутствующими, получается, что к инвестициям, которые принесли
в конечном счете определенный доход за определенный промежуток времени, недвижимость не имела никакого значения. Удается выручить, возможно, чуть больше денег, но не настолько, чтобы, возможно, перекрыть те результаты, которые можно было бы показать, инвестируя, скажем, в активы фондового рынка, либо валютного. Друзья, прямо сейчас я разобрал самые популярные мифы, с которыми приходится сталкиваться всем, кто начинает интересоваться инвестициями. Что-то, возможно, осталось за кадром, вне обзора. Если это так, то ничего страшного. Дайте мне об этом знать в комментариях к данному видео. Я с большим удовольствием вернусь к этой теме и попробую, если в этом будет необходимость, если я найду состоятельными аргументы, разоблачу и разрушу другие заблуждения и мифы, которые, может быть, сегодня являются основным препятствием, из-за которого вы до сих пор не сделали первый шаг в мире финансов. Ну а на этом все. Всего доброго. До свидания.